Роспотребнадзор запустил проект по оценке питания населения. Он направлен на продвижение принципов здорового образа жизни. Сообщается, что в рамках проекта вводится мониторинг за питанием различных групп населения в регионах. Он основан на научных исследованиях. Пилотными территориями для исследований в этом году станет Московская, Самарская, Свердловская и Омская области, а также Башкирия. Первой группой исследований будут школьники в организованных коллективах. Это несколько сот школ. Исследования проведут через опрос или анкетирование родителей, детей и анализ сведений школ. Добавляется, что для мониторинга качества оборудуют 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора. Кроме того, будет организована разработка обучающих программ и мероприятий. Также появится специальный интернет-портал и мобильное приложение по здоровому питанию. Полученные данные лягут в основу новых рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные образовательные программы как для детей, так и для учителей и родителей, сообщается на сайте.